Всем привет, друзья! А перед началом видео хотел вам посоветовать подписаться на канал Тазовод 76. У парня была раньше шестерка, он ее доделал, продал и купил новый проект Иш Ода. И теперь занимается ее тюнингом и небольшими доработками. Давайте поддержим канал Тазовод 76 подписками и лайками. Всем привет! Ну вот, наконец-то я выехал из двора, решил устроить небольшие покатушки. Выехал пока в лес проверить подвеску, тормоза. Дорога, правда, вся убитая. Грязь! Так что все нормально, машина пока не кипит. Здесь еще дорога нормальная, там вообще колея большая. Сейчас заправил. 5 литров залил, так что сегодня далеко не поеду. Так, чуть-чуть вокруг покатаюсь, чисто потестируем тачку после зимнего простоя. Еще надо ручник сделать. Блин, ручник не работает. Завтра буду разбираться. Так что вот так вот. Хотел с собой оператора взять, не нашел. Никто не хочет со мной ехать. Погода холодная. Еще снег у нас обещает. А так все нормально. Наконец-то в грязи испытал Иш. Вон какая глина здесь. Пару кругов дал. Теперь Иш не узнать. На мойку заеду, вообще будет кошмар. Мойщик сразу застрелится. Кстати, хорошо прет по глине. Хотя резина стоит не такая вот зубастая. Какая-то там зимняя, пару шипов. Ну, валит хорошо. Кстати, брызговики вот эти самодельные спасают. Смотрите, здесь даже грязи нет на бампере. Хорошо держит грязь. Кстати, колеса спущенные, может из-за этого она хорошо прет по грязи.
По итогу смотрите, куда забрался. Вот на такой холм забрался. Там он, правда, снег немного забуксовал. Но все равно ишь прет. Хоть и старенький, сил еще хватает лазить по горам. Здесь вот опасное место было. Небольшие такие перекаты. Я думал, он перевернется. Ладно, еду обратно. Так, ну что, парни, на сегодня все. Вот такие вот покатушки. Правда, жалко, что один. Был бы второй напарник, можно было бы с кем-нибудь покататься. Можно было зарубиться. Один на запорожце, один на комби. На бездорожье. Ну, пока один. А пока вот сегодня вот сделал небольшую такую весеннюю обкатку. Ишь, правда, весь грязный. Вон, уже удочки подготовил. Скоро на рыбалку пойдем. Запасное колесо он еще одно взял. Вдруг куда-нибудь на дальняк в лес поеду. Да. Сюда бы, конечно, резину хорошую, да и карбюратор нормальный. Еще такая проблема, то, что сегодня бензина мало залил. И тем более у меня там стрелка не показывает. Где-то 6 литров залил, не знаю, какой у него расход. Надо будет как-нибудь замерить расход. Литровую банку поставить. И посмотреть, сколько на одном литре можно проехать. По трассе-то понятно, он меньше жрет. А вот, видите, я ездил по грязи, по горам, на первый, на второй в основном. Так что сегодня было вот такое небольшое бездорожье. Я уже даже с собой сегодня, вот, видите, трос взял. Думал, вдруг застряну. Там-то так Нивы ездят. Думал, может, кто-нибудь меня вытащит. Взял с собой воду. Понемногу доливал. Так что вот такие покатушки. Ставь лайк, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока и до следующего видео. Хоть фары потеру. Грязные.